Ухань, я с Диляной и Миланой. Да, и мы сейчас идем на детскую площадку. Мы выходим. Пошли. Да, мы идем на детскую площадку, я там вам поснимаю все, что смогу. Кстати, Ангелина, Фаня, короче, ссылки в описании оставят мой канал. И Миланин тоже канал. Да, и подписывайтесь на мой канал, и на Ангелина, и на Милана. Это вот про это, Милан, ты говорил, что маленький, да? Нет, по другому он сделает. Покажи его. Вот. А какого-то тут нашла. Я вам покажу. Вот сейчас вместе с вами прокатимся на карусели, горки. Я кувыркнусь на горке. И мы будем веселиться. Ага. Мы Кстати, сегодня выйдет ролик с Ангелиной Фаня, как мы были под кроватью 24 челлендж. Ну, если он выйдет, конечно. Если не выйдет, то извините, он удалился. Но я себе обещаю, что выйдет. И, кстати, ждите от слишком меня много. Сегодня у меня много будет роликов выпускаться, так что ждите. Все, слишком много. Учись, давай. Селька свободна. Мы на карусель. Включай меня на твой. Качаемся, я просто кручусь. Покажите на меня. Ставьте лайк, это жесть, как классно. Покажи меня! О, они все тут. А если я сейчас телефон выраю? Я тоже хочу поснимать. Дай мне поснимать. Мне так хвост улетает. Дай мне поснимать! Погоди. Я сначала на горку. Ой, я качаюсь просто. Я сейчас упаду. Давай снимай меня. Давай! Так, Милана может у нас? Ну, где память тратится? Короче, не могу. Катитесь быстро, Милана! Фигуру. Все, давай сюда, камера. Камера вроде. Так. Ну, он ну так, потом это. Диляра там улетает. Хотите, я спрыгну? Прикольно. Я тоже хочу, чтобы меня увидели, когда я залезла. Я тебя сниму. Помогите мне залезть. Сейчас. Залезли. Мы тут втроем, только не прыгайте. Не прыгаю. Вау. Милан, не прыгай, тебе сказано. Сейчас попадем. Засними меня. Подвинься. Ага, все, я засняла. Там вообще высота такая. Сейчас мы увидели учительницу по математике. Вон и папа с мамой идут, я уже сказала. Принесли. Мила, сейчас на турник попробую вам что-нибудь ой снять. Что? Не с головой. Плохо мне. Забыли ключи. Давай. Смотрите, кто бежит. И, кстати, мы сейчас пойдем в подъезд и говорить. Мы сейчас пойдем порисовать. Идем? Позвоним какому-нибудь номеру. И не знаю, что он ответит. И потом мы скажем, что мы типа ключи забыли. Милан, давай. Нажимай уже какой-нибудь. 45-я. Да нет. 58-я. Ой. Сейчас, 58. Вызов? Да. Но это не Кирина квартира. Скажем это, ключи забыли. А кого дома что нет? Если нам не скажут, что ключи забыли.
стой. Мы, пожалуйста, мы ключи забыли. Милан, давай заходи. Ой, блин, я сейчас глухнусь. А ты знаешь вообще, где она живет? Сейчас я буду квартира. Без от тебя. Железная дверь. Это... Ну, звонишь, что ли? Глаза прям так камера. Она запечатлит что-то? Мне кажется, никто не откроет. Чего? Телефон, она хотела очень убежать. Сейчас приду, ладно? Подождет? Ладно. Давай быстрее только. Ну, ничего не копать. Влог снимаем. Это пошло не так, и нас я и хочу, блин. Пойдем. Нет. Блин. Вот. Милка. Милка, Милка. Куда? Милка. А что? Кушинком. Там такой магазин курятник. О, они тут лизунов делают. Дай посмотрю, что за лизун такой. Это мне Кира дала. Это мне я Кира. Тоже хочу подкрыть. Да мне это Кира. Нет. Вот, короче, вот такой. Все, хватит. Зарели. Бестыжий. Это богатым пахнет. Подписчиков мы пойдем. Ты что сказала? Идем на 100 подписчиков. Вот сюда. Вот. Я хоть сейчас, блин, пойду. Ну вот, пошли, Кира. Вы. Кира. Я боюсь клещей набраться. Иди сюда. Клещи? Сюда. Такой склеит, это богато, да? Ну, посмотри, куда сразу. Дай. Мы будем снимать постанову. Ну, по правде нет. Ты куда? Ты... Я пошла тоже. Ты... Ни хрена не страшно, вам же выходить. Я вас... Ты совсем уже... Да? Знаете? Знаете, тут не так... Никита, пойдёшь? Тут не так страшно, что... Стрёмно. Да. Пока. Всем пока-пока. Подписывайся на канал.